В 1986 году у тайваньской компании есть все возможности для того, чтобы наконец-то заработали конвейеры с клонированными фамикомами. Уже встала на ноги индустрия микроэлектроники. Такие компании, как UMC, стали настоящими гигантами и штампуют микросхемы без перерыва на сон или отдых. Уже есть опыт клонирования других консолей. Уже вот она, целая армия юных геймеров, желающих играть в игры для Famicom, но не имеющая на это средств. Нет одного — PPU. PPU, то есть Picture Processing Unit, процессор видеосигнала консоли Famicom. Он, собственно, и создает картинку из 240 строк пикселей, передаваемую в телевизор. Не будем влезать в технические дебри, но это был чип с весьма хитрой архитектурой и довольно продвинутыми возможностями на свой 82-й год разработки. Он спроектирован и производился по заказу Nintendo японской компанией Rika и стал для пиратов главной проблемой. Скопировать нинтендовский PPU оказалось непросто. Чтобы реверс-инжинирную железяку, объединили усилия две могучие компании, уже известные нам BitCorp и Taishin Electronics, производитель электронных реле, работающие еще с 1973 года. Судя по всему, они привлекли еще и стороннего специалиста, имя которого даже известно – Хуан Чи Цзю. И коллективный труд принес результат. К весне 1987 года чип PPU был развинчен, и разработана технология его производства. 23 апреля 1987 BitCorp и TCE оформили патент на так называемое изобретение PPU. Да, патент представлен так, словно BitCorp и TCE действительно сами изобрели его, они развинтили японскую разработку. С этого момента началась эпоха 8-битного игрового пиратства. Появление первых клонов Famicom не заставило себя ждать. Паровоз не сразу раскочегарился. Поначалу чипов PPU не хватало, приставок выпускалось мало. Но уже очень скоро крупная компания UMC запустила собственное производство PPU. И понеслась. Итак, весной и летом 87 года тайваньские мануфактуры получили в свои руки технологии Nintendo, а именно копии чипов PPU и CPU, и на перегонки бросились штамповать фамиклоны. Тогда их, конечно, никто так не называл, это слово изобрели коллекционеры десятилетия спустя. Тогда это были Nintendo совместимые машины. Правда, старт был нереактивным. Первые месяцы чипов PPU выпускалось мало, первые тиражи пиратских клонов исчислялись буквально сотнями. Стоили они, конечно, дешевле оригинального Famicom, но не так, чтобы уж намного. Не в разы, во всяком случае. То есть тайванцы со средней зарплатой все равно били по карману, да и в магазинах их было не найти. Все они продавали заказами через каталоги и рекламу в прессе. Но фирмы торопились застолпить место на рынке, и едва наклепав первые ничтожные партии приставок, немедленно бежали их рекламировать в какой-нибудь газете с телепрограммой. Более того, многие сразу же начали искать зарубежных партнеров, чтобы успеть окучить те страны, куда еще не добралась сама Nintendo. И некоторым это таки удалось. В августе 1987 года могучая компания UMC официально представила PPU собственного производства. Ее производственных мощностей хватало, чтобы удовлетворить аппетиты любых пиратов. Теперь можно было выпускать клоны тысячами, сотнями тысяч, миллионами. Цены на пиратские приставки резко пошли вниз. В 1988 году уже подавляющее большинство Nintendo совместимых машин работало на чипах производства UMC. Но какой клон был самым первым? Это нереально установить. Почти одновременно в схватку ввязалось несколько фирм, а чуть позже к ним присоединились еще десятки. Конкуренция была жесточайшая, и она пошла на пользу. Производителям нужно было демонстрировать, что они лучше конкурентов, или даже лучше самой Nintendo. Отсюда и высокое качество ранних фамиклонов, и целый ворох пиратских изобретений. Даже самые первые клоны оснащены побогаче самого Фамикома. Практически у всех с конвейера есть АВ-выход и турбокнопки, или тумблеры турборежима. А у некоторых и беспроводные инфракрасные геймпады, и встроенные часы, или хотя бы хитрый патентованный дизайн. Корпорация Beat. В видеоигровом бизнесе с начала 80-х. Огромный опыт за плечами. Один из создателей клона PPU. Конечно, она одной из первых ввязалась в схватку. Летом осенью 87-го года BitCorp представила собственный фамиклон. Creator 70, он же Model 7400. Он продолжил линейку биткорповских креаторов, начатую ранее клонами Atari 2600 и Sega SG-1000. Creator 70 выглядит совершенно уникально. Большинство ранних клонов просто скопировали дизайн Фамикома. Тут другой случай. Стильный, минималистичный серый, многогранник. Слот для картриджа смещен влево. Определенно его создатели вдохновлялись Sega Master System. Но именно что вдохновлялись, они просто содрали внешний вид. Фирменные биткорповские геймпады, крохотные с характерной восьмиугольной крестовиной и без турборежима, нет ни тумблеров, ни турбокнопок. Зато на втором геймпаде есть микрофон.
Есть еще чуть более ранняя версия Creator 70, Model 7300. И вот он вполне может быть первым фамиклоном вообще. Биткорп так торопились запустить его на рынок, что просто запихнули его в корпус более ранней своей приставки – комбайна Dyna 2. Только места под лишние кнопки заделали заглушками. В таком корпусе успели сделать совсем немного экземпляров. Но есть еще кое-что, делающее эту приставку особенной именно для нас. Биткорп Creator 70 был первой 8-битной консолью, продававшейся в России, точнее тогда еще в СССР. Более того, она была локализована для продажи у нас. В 1988 или 89, за 3-4 года до Денди, ее завезли в советские магазины типа «Березка» под названием «Бит-70» с переведенной на русский инструкцией. Завезли мало, стоила она дорого, картриджи было не достать. Так что счастливчиков, уже тогда прикоснувшись к NES Famicom, были единицы. Следующей моделью от Bitcorp была Creator 100, и этот клон выглядит уже как обычная копия Famicom. Похоже, Bitcorp отказались от оригинального дизайна из-за того, что Famicom уже хорошо узнаваемый, а на необычный Creator 70 покупатели смотрели косо, не понимая, что это за агрегат. Помогло ли это? Похоже, что да. С Creator 100 она вышла на международный уровень, открыла подразделение в Южной Америке и успешно торговала там фамиклонами до самой середины 90-х. Компания Songli, она же Songling, выкатила свою приставку SY-700 не позднее августа 1987 года. Узнать ее нетрудно, хоть в целом она брат-близнец Famicom, но нет рычага выброса картриджа. Наверное, благодаря этому Songli сэкономили процентов 10 на производстве корпуса. Но на месте эджекта образовалась унылая пустота, и ее решили залепить наклейкой с Марио и принцессой Пич. Но еще бросается в глаза сильно выпирающая кнопка Reset. Эту болячку можно встретить и на других ранних клонах. Видимо, тогда на Тайване был дефицит кнопок с низкой посадкой. Судя по всему, в самом начале приставки SY-700 продавались тайваньской телевизионной корпорацией CTS. Можно найти рекламу этой приставки под брендом CTS в местной газете с телепрограммой за август 87 года. Это вообще самая ранняя известная реклама фамиклона, и тут можно найти немало ценной инфы о пиратских делах того времени. Например, что первая партия приставок была всего 500 штук, и только подписчики этой газеты могли заказать ее по льготной цене 2960 новых тайваньских долларов. В розницу она поступала уже за 3700 долларов. А это не намного дешевле оригинального Famicom, который тогда продавался где-то за 4500. Да, первые клоны стоили довольно дорого. SY-700 – первый фамиклон со съемными геймпадами. Фирма Songli первой додумалась присобачить разъем DB9 для геймпада. Об этом у нас есть видео на канале, так что здесь подробнее не будем. На рубеже 80-х-90-х SY-700 стали одними из самых популярных клонов и широко разлетелись по третьему миру. Скорее всего, тогда выпускала уже не сама Songli, а какие-то другие мануфактуры по лицензии. А может и без спроса, пираты же. SY-700 были хорошо известны в Латинской Америке под народным названием Марио и Принцесса. Да и у нас они встречались. Правда, качество сборки к тому времени уже упало ниже плинтуса. Вот он, батя всех пиратских клонов. Самый знаменитый бренд поддельных 8-битных консолей. Micro Genius. Вернемся к самым истокам. В апреле 87 года Bitcorp и TCE запатентовали клон нинтендовского чипа PPU. И почти сразу же TCE зарегистрировала торговую марку Micro Genius и патенты на две модели. IQ-180 и IQ-201. Торопились всех обогнать. Еще даже чипы для приставок не успели наштамповать. Но TCE первой воткнула пиратский флаг в тайваньскую землю. Micro Genius IQ-180 до недавнего времени был известен коллекционерам только по одной старой рекламе, где он показан вместе с IQ-201. Живые приставки или хотя бы их фото никому не попадались. Из-за этого утвердилось мнение, что эта модель вообще не была выпущена. Сделали только какие-то прототипы для рекламы. Что ж, это не так. Это за границей не слышали об IQ-180, а местным геймерам он хорошо знаком и вполне себе продавался в тайваньских магазинах. Внешне IQ-180 практически полностью копирует Famicom, как и большинство ранних клонов. Геймпады, правда, чутка отличаются, с турбо-тумблерами без микрофона и с гигантскими жирными цифрами 1 и 2, точно такими же, как на падах Sharp Twin Famicom. Первая модель Micro Genius, судя по всему, не взлетела. Выпустили этих приставок очень мало, за пределы Тайваня не экспортировали, и найти их сегодня крайне сложно.
Куда успешнее стала старшая модель MicroGenius IQ201. Ее производство, скорее всего, началось одновременно с IQ180, где-то летом 87 года. Выпускала приставки все та же TSEI. Дистрибуцией и рекламой занималась Tadgen Electronics. А как же TXE? Разве не она MicroGenius продавала? Продавала, но позже. Дизайн IQ201 солидный и оригинальный. До тех пор, пока мы не поставим рядом приставку Sharp Twin Famicom. И сразу станет видно, откуда тайваньские ребята позаимствовали кнопку Eject, и слот для картриджа, и наклоны корпуса, и заднюю решетку. В общем-то, IQ201 — это правая половина Twin Famicom, от которой отпилили FDS-дисковод. TSE даже запатентовала механизм выброса картриджа, хотя он тоже полностью скопирован с Twin Famicom. Есть как минимум 4 версии MicroGenius IQ201. Первая предназначалась для внутреннего тайваньского рынка, она темная с красными полосами и со встроенными LCD-часами на корпусе. IQ201 был, скорее всего, первым фамиклоном, отправившимся на экспорт. Уже в конце 87 года фирма Smartain, располагавшаяся где-то в окрестностях Гонконга, начала продавать первые приставки MicroGenius в материковом Китае. Для этой цели была выпущена вторая версия в бело-красном корпусе. Ее можно увидеть, например, на гонконгской рекламе приставки. Опять же, до недавнего времени эта реклама была единственным свидетельством, что она вообще существует. Но найденные фото подтвердили, бело-красный IQ201 действительно продавался. Но вот выпущенных их было мало, похоже. Обратите внимание, встроенные часы все еще на месте. В октябре 1988 года Tadgen и Smartain создали объединенный холдинг для торговли микроджениусами в Китае. Скорее всего, как раз к тому времени сделали третью упрощенную экспортную версию. Темную, как первая, но без часов и с английскими надписями. Наконец, в ноябре 1988 года холдинг Tadgen Smartain открыл под Гонконгом завод, чтобы производить MicroGenius на месте в Китае. Это уже была четвертая версия IQ201. Пестрая, с желтыми полосками, без часов и с турбокнопками вместо тумблеров. Хорошо ли продавался IQ201? На Тайване бесспорно, а в Китае? Первые завозные приставки стоили порядка 800-900 юаней. Намного дешевле фирменного Famicom, но и намного больше средней китайской зарплаты, которая тогда не превышала 300-400 юаней. Но со временем компоненты подешевели, цена снизилась, зарплаты в Китае выросли. Судя по множеству пестрых микроджиниусов 4-й версии на китайских барахолках, в начале 90-х они производились и пользовались неплохим спросом. IQ201 стал одним из самых влиятельных 8-битных клонов. В этом с ним может соперничать разве что мегапопулярный Enditman S500. Дизайн внушительный суровый кирпич сохранился и в следующих моделях – IQ301 и IQ501, которые отличались лишь некоторыми деталями. В 90-х китайские производители без зазрения совести заимствовали конструкцию MicroGenius, поэтому половина китайских клонов выглядит как его родные братья. MicroGenius IQ501 отличается съемными геймпадами оригинальной формы и отсутствием пазов для них на корпусе приставки. Он продавался уже по всему миру под разными брендами. Ровно 30 лет назад, зимой 1992-93, он добрался и до нас под названием Dendy Classic. Наверное, ни один фамиклон не производился целиком силами одной фирмы. Тайваньские компании исторически эффективно распределяли между собой производство компонентов. Одно предприятие рисовало дизайн, другое выпускало корпуса, третье разрабатывало процессоры, четвертое их выпускало, пятое штамповало платы и так далее. Так было еще во времена производства нелегальных аркадных автоматов на рубеже 70-х-80-х. Сотрудничество всех этих фирм со временем разрослось в невероятно запутанную сеть горизонтальных связей. Поэтому так трудно наверняка сказать, что, мол, вот эта приставка сделана вот этой фирмой. Потому что не только лишь одной ей. MicroGenius — отличный пример такой диверсификации. Чип PPU в нем разработан Bitcorp и TSEI, а сделан фирмой UMC. Плата BTC, дизайн и сборка пайка TSEI и позже TXE. Реклама и продажа — Tadgen и Smartain. Геймпады тоже нередко штамповала какая-нибудь другая фирма, причем сразу для нескольких заказчиков. И так практически каждый клон. Да еще и партнеры периодически менялись. Клоны в новых ревизиях переходили на другие чипы или платы. В общем, черт ногу сломит. Вы будете смеяться, но пираты крали не только у честных японцев, но и у других пиратов. И если на Тайване еще можно было как-то отбиваться и таскать негодяев по судам, тыча носом в патенты и зарегистрированные бренды, то до китайских флибустьеров было не дотянуться. Особенно остро проблема встала к 1990 году, когда на материке уже появилось множество собственных фамиклоновых фабрик. Чтобы как-то защитить свою продукцию, Tadgen, а позже TXE,
старалась лепить свои логотипы куда только можно. Рельефные лого на корпусах приставок, штампики на микросхемах и даже нарисованные припоем на платах. Всюду они, чтобы труднее было подделать, чтобы покупатель видел, что вот это настоящий микроджиниус. Что это за агрегат, похожий на мутировавшую микроджиниус IQ-201? Да еще и так грубо сделанный. Однозначно какая-то поздняя подделка подмастерий из материкового Китая. На самом деле нет, это приставка тайваньской фирмы AeroTech. Тофти! И она считается коллекционерами и историками одним из первых фамиклонов, а некоторыми даже и самым первым. Информации о ней очень мало, не нашлось ни рекламы, ни статей, и лишь пару раз она всплывала на азиатских барахолках и аукционах. Как определили ее возраст? В общем-то, самым надежным методом по маркировке электронных компонентов. К счастью, нашлось фото начинки. Фирменный чип PPU, сделанный, видимо, самой AeroTech, имеет маркировку HG35. HG — это код года выпуска, 1987, 35 — неделя в году. То есть чип и, скорее всего, сама приставка выпущены примерно в сентябре 1987 года. Это не делает ее самым первым клоном, как некоторым хотелось бы, но точно одним из первых. Очевидно, выпущено их было совсем мало. Может показаться странным, но производство клонов нинтендовских приставок вполне себе регулировалось внутренним законодательством Тайваня. Компании, их выпускавшие, имели лицензии, давали гарантии, они даже судились между собой по поводу воровства дизайна или технологий. Там, внутри Тайваня, кипела собственная жизнь, недоступная карающей руке Nintendo. Ну, почти недоступная. Производители клонов получали патенты на них. Откуда, думаете, столько разнообразных дизайнов? В более-менее крупных пиратских компаниях были свои отделы, которые рисовали красивый дизайн приставок. Ну, то есть брали за основу какие-нибудь легальные образцы и творчески перерабатывали. И получали на них официальные тайваньские патенты. Вот, например, патенты на приставки в виде машины. А это патент на дизайн Hitex. А это, конечно, UFO. Для нее даже есть отдельный патент на панель выброса картриджа. Эти патентные базы теперь один из главных источников информации об истории местной пиратской индустрии. NTDEC – однозначно самая дерзкая пиратская шхуна, ведь ее полное название – Nintendo Electronic Company. Да, эти ребята подсуетились и зарегистрировали на Тайване торговую марку Nintendo раньше, чем сама большая N успела очухаться. NTDEC существует и до сих пор, правда, давно уже занимается легальным бизнесом и носит название Asder. Ее сайт гласит, что она основана в 1983 году. Правда, непонятно, что она там делала 4 года до того, как начала выпускать фамиклоны и картриджи к ним. Да и после не всегда понятно, честно говоря. Темная история у этой нагловатой фирмы. Первый клон NTDEC, скорее всего, этот. Без бренда, без номера модели. С виду 100% Famicom. Но на геймпадах есть двускоростные турбо-тумблеры. NTDEC с самого начала ориентировалась на экспорт, готовилась захватывать иностранные рынки. Уже эта первая модель имеет признаки этого. На заднем торце переключатель 50-60 Гц, чтобы приставка могла работать на телевизорах ТВ-стандарта PAL, как в Китае и Латинской Америке. Чтобы его втиснуть, пришлось пожертвовать выходами AV. Это редкое, непопулярное у пиратов решение. Гораздо чаще выпускали отдельные PAL-версии консолей. На самой консоли иероглифами написано полное название фирмы – Nintendo Electronic. Надписи над кнопками на японском. И вот скажите, будь вы обычным тайваньским пацаном или отцом семейства в 87 году, могли бы вы отличить ее от фирменного японского Famicom? Особенно, если вы этот Famicom видели только в рекламе или в лучшем случае на полке в магазине. И какие у вас были бы причины не купить этот Famicom, который в 1,5-2 раза дешевле того? Гораздо популярнее другая модель NTDEC, NT-102. Тут уже NTDEC-овские инженеры немного постарались и произвели на свет один из самых узнаваемых фамиклоновых дизайнов — серый закругленный брат Famicom. Тайваньским покупателям эта модель известна не как NT-102, а как Little Elite, маленькая элита. Неизвестно точно, когда именно началось производство NT-102, но определенно не позже 89 года. Благодаря NT-102 NTDEC совершила натурально международный прорыв. Сравнивый разве что с успехом Micro Genius IQ-201,
Ну и Ending Man еще. Видимо, стараясь не особо отсвечивать, она продавала свои консоли под разными названиями в разных уголках земного шара. Вы вряд ли знаете оригинальное название модели NT-102 и тем более Little Elite. Но если вы жили в Испании, для вас это было AS-102, а если в Аргентине — Family Game. Если в Польше — Pegasus или Phoenix, а для нас она была Dendy Junior 2. Если дизайн Famicom уже стал таким узнаваемым, почему бы этим не воспользоваться? И некоторые ребята воспользовались. Так появились хамелеоны, консоли, которые выглядят как Famicom, но Famicom'ом не являются. Вот приставка под брендом телекорпорации CTS. С виду ну типичный фамиклон. Вот только на самом деле это клон Atari 2600. Выдает его разве что короткий слот для картриджа, да список встроенных игр на корпусе. А это... Open 1, прекрасной бело-бирюзовой расцветки. Выглядит даже еще более фамиклоново. Но нет, это клон Sega Mark II. Но чаще всего под личиной Famicom все же пряталась начинка Atari 2600. Компьютер Video Game 2800, Pony — это тоже клоны Atari. А вот этот зверь с самым романтичным названием Lovely Angel — клон Atari 2600 в корпусе Micro Genius. Наверняка так удавалось слегка обмануть некоторых непрошаренных детишек и их родителей, соблазнить низкой ценой и продать Atari в шкуре Famicom'а. Та самая фирма Silent-Sync, которая в первой половине 80-х выпускала клоны Sega Mark II, тоже почуяла, откуда задул денежный ветер, и переключилась на фамиклоны. Они у нее были под двумя брендами — прежний Aeronic с латиницей и новый Shantian иероглифами. Черт знает, какую из этих линеек Silent-Sync запустила раньше, примерно в одно время, так или иначе. Первые модели Aeronic 7000 и Shantian 8800 очень похожи друг на друга и на сам Famicom. Самая ранняя версия Shantian 8800, выпускавшаяся для внутреннего тайваньского рынка, так вообще до степени смешения. Такая же расцветка, как у Famicom'а, такие же золоченые вставки на геймпадах. Даже микрофон на втором геймпаде, вот он, на месте. И очень высокое качество сборки и материалов, так что и на ощупь не отличишь от настоящего японца. Различия кроются в мелочах. Как полагается приличному клону, у Shantian 8800 есть турборежим. И это не тумблеры и не кнопки, а ползунки плавной регулировки скорости турбо. Такое не часто встретишь. Ну и АП-выход на месте, само собой. Номер модели 8800 почти наверняка указание на год выпуска 1988. Для экспорта в материковый Китай была немного другая версия Shantian 8800 в бело-голубой расцветке и зачем-то с новым брендом Zoniac на шилдике. Возможно, их планировали завозить и в другие страны. А Aeronic 7000 ничем практически не отличается от Shantian 8800, кроме раскраски. Некоторые элементы у него голубые, некоторые красные. Следующая модель, Shantian 8880, приобрела бело-зеленую расцветку, лишилась микрофона на втором геймпаде, и вместо ползунков у нее нормальные турбокнопки. Shantian 9000 — это уже полный редизайн. Приставка приобрела округлость, выключатели питания переехали на передний бампер, из-за чего она получилась одноглазой. Геймпады, как у 8800, несъемные, с микрофоном и ползунками, но при этом провода заходят в приставку спереди. Уникально выглядит, ни с чем не спутаешь. 9000-ная модель выпускалась в двух расцветках – бело-голубой и бело-зеленый. Shantian были одними из первых приставок, завезенными с Тайваня в материковый Китай. Стоили они недешево для местного небогатого населения, но все-таки дешевле тех же Micro Genius и намного дешевле фирменной нинтендовской продукции. И поэтому быстро стали популярны в прибрежных портовых городах. Для многих китайских детишек Shantian 8800 и особенно 9000 стал первой в жизни приставкой. Реклама в китайской газете 89 года. Shantian 9000 продается за 690 юаней. Все последующие модели выпускались уже под маркой Aeronic, хотя иероглифы Shantian нередко стояли по соседству. Aeronic AX9900, 9960, 9980, 9990. Это удивительные агрегаты. Черные, огромные, с доками для размещения геймпадов. Возможно, это самые большие фамиклоны в истории. Рекламу этой приставки мы можем увидеть в том же каталоге Asian Sources Electronic декабря 87 года. Вместе с самой приставкой тут демонстрируется и кое-какая периферия, и картриджи. Всем этим Kent Asia торговала, ну, или пыталась торговать. Кроме этой рекламы, нет никаких следов клона Kent Asia KV-007. Тайваньские фирмы через этот каталог искали торговых агентов, в первую очередь зарубежных. Не зря же он издавался на английском. Похоже, Kent Asia найти агентов не удалось.
Первый клон фирмы Сенитон не принадлежит к числу самых ранних. Он увидел свет в 89 году, что прямо написано на коробке. Но и он достоин нашего внимания. С виду ничего особенного. Обычный брат-близнец Famicom'а, какими и было большинство клонов того времени. Только расцветка другая. Но присмотримся к геймпадам. Турбокнопки. Не тумблеры. Нормальные, привычные турбокнопки, находящиеся на законном месте. Ровно над A и B квадратом. Да, SNC-001AT был одним из пионеров внедрения вот таких турбокнопок, которые вскоре станут стандартом. Если еще внимательнее приглядеться, увидим, что на втором геймпаде есть микрофон, доставшийся в наследство Famicom'а. Но на самом деле его нет. Только решетка сохранилась. Сенитон использовал старые формы для штамповки корпусов геймпадов, но от микрофонной начинки уже избавился. Рудимент переходной ступени эволюции, так сказать. Геймпады у Сенитона соединяемые с 15-пиновыми штекерами. В то время большинство клонов все еще выпускалось с несъемными геймпадами. Фирма Hightech сравнительно недолго просуществовала, обанкротившись в 1994-м, но успела выпустить один из самых популярных и влиятельных клонов. Патент на модель HT-767 был выдан в мае 1987 года, что делает его одним из первых достоверно известных клонов с турбокнопками на геймпадах. А что же Китай? Вот он, рядом через пролив. Гигантская страна с могучей промышленностью. Неужели Китай сам не мог производить клоны японских консолей и только ждал, когда их завезут с Тайваня? Ну скажем так, он пытался. Первые известные пиратские клоны материкового Китая выпустил радиозавод номер 2 города Люджоу. Это было осенью-зимой 1987 года, и назывались они 87B. Под названием 87A этот же радиозавод делал клоны Atari 2600. Где-то в сентябре 1988 свое производство клонов запустил радиозавод номер 18 Шанхая. Чувствуете знакомый аромат социализма в этих названиях? Мало про них известно. Судя по всему, они копировали тайваньский микро-джиниус IQ-180. Попытка была неудачной. Оба завода смогли наштамповать лишь по несколько сотен приставок. То ли компонентов не хватало, то ли цена получилась слишком высокой, то ли качество было дентрофекальное. В общем, тогда серийное производство китайцам не удалось запустить. А удалось в 1990 году с пришествием на рынок молодой компании Сювар.